кадетов первоклашек сегодня торжественное построение. С окончанием учебного года их поздравили не только старшие товарищи. Среди приглашенных сотрудники следственного управления края. На торжественной линейке они не с пустыми руками. Подарок школьникам – памятки о правилах безопасности на природе и в городе. Эти листовки, они могут помочь тем, что первоклассники их прочитают, наверное, поймут, что то-то, то-то нельзя делать. К примеру, нельзя прыгать в неположенных местах водоем или купаться в неположенных местах. Нельзя разжигать костры в лесу или оставлять их без присмотра. Помогли оформить листовки ученики художественного отделения Барнаульской школы искусств. На рисунках опасные ситуации, с которыми можно столкнуться летом. За свои работы юные художники тоже получили награды, благодарственные письма и дипломы от следственного управления. Мы проводили встречи с учениками, раздавали им памятки, которые были написаны текстом без изображений, без рисунков. В этом году мы решили подойти творчески к созданию профилактического материала. Мы ориентировались на то, что кроме сухого текста, иллюстрированные листовки могут больше остаться в памяти детей, и они запомнят эти правила и не попадут в сложные и опасные ситуации этим летом. В преддверии Дня защиты детей офицеры будут раздавать листовки детям по всему Алтайскому краю. А в новом учебном году правоохранители проведут для кадетов уроки мужества. Школьники посетят музей СУСК и узнают об истории службы, о профессии следователя и о том, как вести себя в нестандартных опасных ситуациях. Алена Февраль, Антон Червяков, Новости.